Привет всем! Готовимся к летней красоте. Я уже приготовила семена, которые буду сейчас сеять рассадой. Это помидоры с прошлого года. Надеюсь, они взойдут. Но я не буду садить их все, просто немножко посажу. Потом еще буду чуть позже садить еще их. Это просто для ранних помидор. Досветка у меня есть, поэтому ничего страшного. Виола, мой любимый цветочек. Это вот с прошлого года. Вот это. И вот это. Так, тоже, по-моему, с прошлого года. Вот эти я купила. Сегодня такой красивый. Вот эти вообще какие-то сказочные виолы. Не знаю, надеюсь, они взойдут. Астру. Тоже здесь написано второй месяц. И дихондра серебристая. Тоже уже нужно было бы посадить в январе, но я не планировала вообще ее садить, а мама позвонила, говорит, я не нашла семена, где покупать будем. Вот, поэтому я купила один пакетик, но здесь всего лишь 5 семян. Вот количество штук 5 семян. Надеюсь, хотя бы 2-3 взойдет, а потом ее можно будет расчеренковать и размножить. Вот дихондра серебряной нити. Была еще изумрудная, но я не стала ее брать, а сейчас посмотрела видео про дихондру и думаю, зря. Зря. Изумрудная тоже бы классно смотрелась. Если в ближайшее время поеду в садовый центр, куплю, наверное, еще изумрудную дихондру. Намесила грунт. Здесь брикет универсальный, размоченный. И добавила туда вермикулит. Плошечки подготовила всякие разные. Такие с крышечками. И такие вот тоже с крышечками. И вот такая вот большая с крышечками. Не знаю, как буду садить, как отмечать. Короче, по ходу буду разбираться. Вам процесс этот утомительный показывать не буду. Лучше потом покажу результат, когда все посею. Все. Для вас это секунда. Для меня, наверное, около часа я тут сидела над ними. Ох, будет у меня в этом году балкон прям вообще весь в цветах, весь в цветах. Это только часть цветов, кстати говоря, которые я сейчас в феврале посеяла. Потом у меня есть семена, которые я буду сеять где-то в апреле, в марте, апреле. Потом будут семена, которые я буду сеять сразу в грунт. Так, что у меня здесь? Дихондру я решила посадить такой маленький. Томаты балконного чуда буквально посадила желтые и красные по 3 штучки. Посмотреть, взойдут ли те семена, которые с прошлого года. Нормальные ли они? Потому что даты там... Ну, я оторвала, видимо, дату. Не знаю, какой датой. Здесь виола F1. Тоже 5 штучек. И тайдл тоже F1. Гибридные семена, которые... Честно говоря, почему они ложат по 5 штучек? Вот хотя бы ложили 6 штучек. На случай, если я чихну. Боялась прямо подышать даже рядышком. Вот, посадила в такие вот стаканчики. И сюда посадила астру, потому что их было много семян. Не жалко, прямо большая бадья. И здесь тоже виола, красная, синяя и смесь. Тоже посадила в большую плошку, потому что было много семян. Так, вот первая партия семян. Везде подписала название, дату сегодняшнюю. Где-то вот забываю, вместо 24-23 год у меня до сих пор. Вот такие дела. Ждите продолжения. В этом году будет у нас цветочный балкон, я надеюсь. Всем спасибо за просмотр. И... пишите комментарии, что вы будете садить в этом сезоне. У кого балкон, у кого есть огород, прямо вообще счастливчики. У кого есть огород и сад. У меня вот только балкон и окно. Но окна все заняты. Летом я не выношу на балкон свои домашние цветы, потому что, во-первых, у нас балкон не застеклен, а во-вторых, я боюсь, что когда я начну затаскивать цветы с балкона, у меня не хватит места. Вот. Кажется, места много-много, а потом, когда с балкона заносишь, места нету совсем. Вот все на сегодня. Всем пока-пока. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
До встречи!